Ставь лайк, если ты простовый, нахик, бро. Я вот тут сижу за костром, один совсем ночью. Грущу, что с Ютубом немножечко проблемки. Но что ж поделать. Тяжелые для него времена настали. Ты, главное, не забывай, у меня есть Телеграм и ссылка на него в описании. Там я пощу актуальные новости по поводу выхода моих роликов. Так что там ты меня никогда не потеряешь. Даже посмотрю сейчас, сколько там у меня уже подписчиков. А там у нас уже 1555 подписчиков. Нормально, так набираем, набираем потихонечку. Надеюсь, скоро будет хотя бы 5000. Да, надо было уже давно создавать свой телеграм-канал. Кстати, мне здесь еще заслали какое-то видео, подписчики. Есть такая хрень под названием ТОЕ1. Как раз в 22:49 я сделал пост, как ты видишь, с этой страшной мордой ТОЕ1. Ну и я так понимаю, что вот эта вот страшная робохрень с маской на лице, состоящая из каких-то проводов, то ли чего, я не понял, короче, трубы какие-то такие вот непонятные. О, кстати, капибарки, привет, вы как тут поживаете-то? Давно я вас не навещал, очень Флашечка вас любит, он скучает. Надо как-то ее позвать в ролике, чтобы она опять этих капибар пощупала, а то не совсем тут бесхозная. Так, ну и, короче, вот этот монстр, как я и говорил. Даже не знаю, можно ли его монстром назвать. Ну, наверное, да, потому что появляется в нашем мире. Ой, куда я так тороплюсь? Короче, это взлом телевизионных программ. Вот этот ролик, это ролик, который попал в телевизионную программу, даже, вот, точнее, в телевизионный эфир. Какой-то момент, и этот монстр начал стучать в экран. И представь, вот сидит такой скуф, смотрит свой под пивасик какой-нибудь футбольчик, и ему внезапно вылезает вот эта хрень страшная. Я бы, честно говоря, испугался очень сильно. Да и думаю, любой бы пиво пролил просто и побежал из комнаты, крича на помощь, что за хрень происходит с телевизором, какая-то взломка. А может быть, каждый сразу понял, вот какая-то лажа полная. Но если я тебе покажу, что там все-таки происходит, ты обомлеешь. Итак, идем в мой дом, потому что я поставил телек туда. С вот этим видео с телефона. Но только у меня это не взлом экрана, значит, монстр, наверное, не вылезет. Просто прикол в том, что существо-то появляется в нашем мире. Вот о чем я хочу тебе донести. Короче, пришла идея, как тебе бы все это продемонстрировать. У меня есть золотой меч, я его могу прямо на руке держать. Это типа, знаешь, iPhone-палочка, понял? То есть я его буду держать, и на нем будет прикреплена камера, понял? И сейчас мы зайдем в дом, и ты все прекрасно увидишь. Будет ржачно это выглядеть, мне кажется. Ну, несемся потихонечку, несемся. Сейчас, уже близко подходим к домику. Показываю тебе сам дом. Вот так вот он выглядит, мой домик, как ты знаешь. Открываю дверь. Мне придется как-то задом, наверное, пронести. Вот так вот протиснулись и показываю. Только надо камеру немножко поднацелить вот так вот. Да, лучше стало, теперь видно. Ой, господи, какая страшная хрень, господи. Я прям не могу. Ну, короче, вот такая штука, не знаю, мне как-то не очень комфортно на нее смотреть, поэтому пойду-ка я лучше. Не знаю, приятно ли тебе было на это вообще смотреть. Долго я тебе это показывать не стал, потому что, ну, ты сам видел, да, жуткая хрень. И реально не спится после такого. Я опять эту хрень посмотрел, ну как, да, я все-таки слышал эту хрень, и уже как-то мне не по себе просто, прикинь. Я вообще не знаю, что делать, я теперь не усну, реально. Это просто ужас какой-то. Как вообще, нафига я это врубаю, нафига я это показываю, сам не понимаю, но как бы... Ну, потому что я должен срочно ролик снять, я уже на день, так сказать, запоздал, да, я в телеграме своем же. Опять не забывай заходить. Я сказал, что выпущу ролик и не выпустил, и теперь надо уже как-то вот прям сегодня выпускать, да, это уже прям беда. Ну и ночью как раз пошу, ой. Так, а слушай, а чё, если мы сейчас просто тот телек, я не знаю, раздолбаем? Давай мы это сделаем, потому что я боюсь извне эту хрень привести. Слушай. Не, знаешь, а давай я это днем сделаю, я что-то боюсь сейчас идти к дому.
Потому что, ну, эта хрень, она меня испугает. Давай я лягу вот здесь, попытаюсь уснуть. У нас уже вон какое время позднее такое. Всем привет. Я до сих пор не сплю, пытаюсь уснуть. Мысли всякие в голову лезут. 23:00 сейчас на часах, не знаю, вообще. Ни в одном глазу, но пытаюсь. Я просто лежу без всего. Ну, хотя свет есть, но я просто закрываю глаза и пытаюсь уснуть. И сейчас опять буду это делать. Не дают мысли, не дают покоя мысли вот эти о монстре там. Но как-то надо, надо все-таки. Я просто вот лежу, думаю. Думаю постоянно о том, а об этом Тое один. Что-то я лежу и не могу уснуть нифига. Я хочу встать, короче. Ой, господи, ну что у меня с камерой? Давай нормально подправляйся, вот, другое дело. Я хочу туда сходить все-таки, не знаю, у меня прям навязчивые мысли, уже 3 часа, я реально не, вообще не спится. Не знаю, что делать, пойдем посмотрим, наверное. Эй, монстр, здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Ну, пожалуйста, отзовитесь, ну, кто-нибудь. Только не эта хрень, не то я один. Так, ладно, короче, я пойду туда и выключу этот телевизор. Я сейчас подкрадусь как-нибудь посмотрю. Все будет нормально, да. Давай я еще посмотрю, камеры не открыта ли там ничего. Ну, дверь открыта, я там вижу, да, через камеру. Ну, а так, вроде бы, ничего такого там. Так что можно туда подойти даже. Так вот, не знаю, стоит ли. Ну, пойдем, пойдем. Все. Так, в кулак все вот это взяли, свои причиндалы, и просто идем на смелости. На смелости. Что-то я слышу оттуда вот этот звук. Ну такой, знаешь, тихий. Но там этот ролик идет постоянно. Нет, 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 все, давай. Что-то вообще сыкотно. Ой, чувствую, как будто, знаешь, кто-то преследует меня сейчас. О, господи, нет, нет, нет. Все, я, короче, никуда не пойду. Я решился. Надо днем идти, я не знаю. Господи, что делать? Что? Что это? Кто меня трогает? Отпустите! Что это? Вы кто? Ну нафиг, пора вставать. Что это было? Так. Эй! Кто здесь? У меня еще меч есть! На часах сейчас 3:18. Я пойду на балкон, посмотрю хотя бы, что там. Я вообще не знаю, что делать, я что-то боюсь. Но пойдем проверим тот дом мой. Хотя я вот отсюда даже вижу, что... Что-то тут не так. Но на телеке больше этот файл не идет. Так что можно, в принципе, сходить. Даже узнаем, что происходит вообще. Так. Главное это... люлей не получить здесь. Так, ну, знаешь что, я возьму стволы. Вот, другое дело, теперь у меня крутые оружки, бластерный дробовик. Ну, куда я с ним вообще пропаду, интересно? Да я любого здесь отстреляю сейчас. Так, ну-ка, смотрим, никого не вижу пока, никого вообще. Так, надо еще предупредительный. Не буду стрелять предупредительно, это будет очень бредово сделать. И, ну, вроде как никого, могу идти спокойно. Посмотрим, что у нас здесь. Так, еще раз осмотримся и... О, господи, это он прогрыз вот так стенку? Нифига себе, конечно! Ну и тут у нас те самые помехи, которые я еще там видел. Ну ничего такого вроде здесь нет. Так, ну давай-ка мы хотя бы что-то врубим здесь. Теперь здесь пусть котики идут и нормально. Ну так-то лучше, а то оно как-то через экран проходило, но все готово. Что-то мне не по себе, хоть и котики здесь стоят, успокаивают, да ёпарасоте. А что вот с этим делать? Надо как-то залатать эту дыру. Надо за деревом сейчас идти. Кто здесь? Так, ладно. Надо еще к Фласочке домой сходить. Что-то прям мне не очень комфортно здесь. Эй, кто здесь? Так, хорошо, вроде никого нет.
это? Что это за хрень? Что это за хрень? Уходи от меня! О, господи, оно прям тут зашло! Уходи, я убью сейчас спокойно, это же сильные пушки! Хотя я не знаю! Отвали, 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 бежим! Бежим, бежим, бежим! Ё, красота, чё ты такой сильный? Так, все, отвали, отвали, отвали! Что же это за хрень такая? Так, быстрее бежим домой! Забежали, все. Ох, он залезать умеет, умеет залезать? Где он? Что это просто за херня такая? Я просто в шоке. Давно я так не пугался, реально. Ты чё? Так, ладно. Валим отсюда куда-нибудь. Вот сюда вот. Надо в толчок Шрека просто свалить и больше вообще ни о чем не думать. Реально же я могу так спастись. Капибары! Ух, его нет. Капибары, держитесь. Я еще вас крою. Он там стоит, походу, да? Вон, я вижу его. Фласочка, помогай, у тебя же оружки крутые. Так, все, ладно, я вообще заснайплю. Вроде как я могу вот сюда вот встать и попробовать его как-то мочкануть. Это вообще капец. Надо же быть таким шустрым, жесть. Вот сюда вот на елку, наверное, вот как-то вот так встанем. Сейчас и мочканем его. Так, вот сюда. И где он? Эй, вон он! Вижу. Отстреливаем. Нормально работает. Работаем, братья. Вот так. Все. До свидания, малыш. Ну как, малыш, блин, здоровяк. О, я его мочканул, реально, прикинь. Вот так на дерево встал, он уже ничего сделать не может. Ух, много левелов за него дали, а больше ничего, я так понимаю, да? Все, короче, я больше этот файл вообще никогда в жизни врубать не буду и тебе не советую, реально. Это смертельно опасно в Майнкрафте. Пойдем посмотрим хотя бы, что там у меня. Котики остались на телеке? Ну да, котики остались, значит все хорошо. Фух, теперь можно здесь спать. Только вот это вот починить бы. Сегодня поиграю я в Майнкрафт. В Майнкрафт. Так, вот здесь вот застраиваем. Вот тут, наверное, дерево у меня стояло. Хотя я уже реально не помню, как у меня все это выглядело. Из-за того, что все сломано. Дверь вроде такая была. Ну и... ну, вроде да, все правильно. Хотя я бы здесь, наверное, сделал не это дерево, а второе. То есть вот это обрезанное. И было бы немножечко лучше. Да, вот как-то так, наверное. Ну и все. Дом заштопорен. Залатал я домик наш. И может спокойно жить. Хотя я у Фласочки люблю проводить время. Такой крутой дом. А у меня просто деревянная халупа. Ну что ж. Надеюсь, тебе понравился этот ролик. И ты поставишь на него лайкусик. Вот так вот мы познакомились с Тоя один. Страшным вот этим существом. Я фиг знает. Из другой вселенной. Который просто застрял в телеке. А потом вылезает оттуда. Происходит это все вирусом. Через телек. Через взломы телеканалов. Не забывай подписываться на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Хорошо, мы провели время. Ну а ты не теряй! Смотрю, ты еще не насмотрелся. Тогда вот видео слева и вот справа. Там тоже интересно. Ты еще не ушел? Неужели так хочешь со мной посидеть? Ну ладно, сиди сколько хочешь.